тревога. Тут маковские красы. Красно сажен. Півник десь співа, мабуть, буде дощ. У нас деревце тут. Такие листочки. И сейчас Саша будет определять. Скачали приложение. Будет определять, что это за дерево. Ну-ка. Так. Динго. Двулопасный. Гинго просто. Ну, гляди, какие фотки. Вот это ж оно. Вот оно. Оно. Ну так, так, це воно. А просте название нема? Пошли на другое дерево. Верим, как это называется, да? Так, а это платан западный. О, точно, это платан. Угу. Кого, петушки? Угу. Давай. Ирис. Ирис. Покажи. Германский. Угу. Пошли розы, смотри. Роза китайская. Понятно. Пахнет. Не видно ее. Дерен кроваво-красный. Угу. Кизил? Это кизил? Да. Ничего себе. А гляди. Глянь. Это так... Получается дерево кизила тут. В детячем парке. Дорогі друзі, ви на каналі Лілія Киселенко, ми з вами у Черкасах. Сьогодні у нас десь градусів 25, дуже жарко. Хотіли піти на Дніпро, ну, підемо завтра. Зараз зайдемо в наш торговий центр Любаву, потім в сільпо. Пройдемось. Банан сельпо. Какие тут красивые. А, цены. Снежно. А хочешь, чтобы ты сделала паштет, да? Ну, сейчас надо посмотреть, почем печенка. 27 гривен 100 грамм? 100 грамм, да. Нема? Е? Вон, почем килограмм?
Не, там на пакете, смотри, проверь. Покажи. Сколько? 97. Так, ну, ось наш паштетик. Ось наш паштет. Три баночки. Одну з'їли, поки зібралась вам показати. Одна вже банка пуста. В общем, з півкіла. Півкіла печінки, півкіла моркви. Три отакі баночки з пацсиром.